Dear Ambassador. Господин Москаленко. Hello. Hello. Thank you very much for taking the time and meet with me here in your residence. Yes. It's my pleasure to meet you personally. Finally, I got these accountants. Thank you. Welcome. Step in. We'll have a little lunch prepared. Oh, just a second. I have to say a few words to my televiewers. Go right ahead. Дорогие друзья, у нас есть с господином послом ровно 10 минут, чтобы обсудить особенности голландско-казахстанских взаимоотношений с точки зрения бизнеса. Это программа Business Lunch. Присоединяйтесь. So, I finish. Пожалуйста. Thank you. Oh, as I can see... Как я вижу, здесь вы приготовили сыр. We have... We are not heavy lunches. Мы не сказать, чтобы обильно обедаем обычно. Я тут приготовил несколько салатов. Голландский сыр, Dutch cheese. Голландский сыр, да. Эдам. Знаменитый. Друзья, пахнет, пахнет вообще просто. Я даже не могу словами это передать. Вот и что по-настоящему голландское здесь? Селедка. Herrings. Селедка. Селедка. Которую мы едим почти свежей. Все, что мы делаем, это кладем немного лука. Ну давайте попробуем. И как же мне это сделать? Да, просто берите и кладите в рот. I like. Мне нравится морская еда. Голландскую селедку now I like too. This is one of the things that... Это одна из тех вещей, по которым скучают голландцы, живущие за границей. И вот здесь, я думаю, впервые в Казахстане голландское вино. Апостол Хуве – это производитель вина из пригорода городка Маастрихт. Мистер Амбассадор. Recently, we all remember that, недавно мы все помним, что Голландия презентовала 25 тысяч тюльпанов в честь нашей независимости, 25-летия. Чья это была идея так оригинально поздравить страну? This was actually the idea of our oil company Royal Dutch Shell. Это была идея нашей компании Royal Dutch Shell, которая, как вы знаете, большую активность проявляет в Казахстане. Shell works here... Shell работает здесь очень давно, и можно теперь сказать, что главный интерес вашей страны — это нефтегазовый сектор. Oil and gas sector. Well, it has broadened a lot, of course, Shell. Совсем нет, он широк. Конечно, Shell здесь уже 25 лет, и большая часть нашего бизнеса — это нефть и газ. И мы самый большой инвестор в Казахстане. В прошлом году Dutch Shell приобрел British Gas, и это расширило присутствие этой компании здесь, а также инвестиции в Казахстане. И недавно Кашаган начал свою работу. Все это очень положительно, я считаю, в развитии. Кроме того, в сопутствующих сферах, таких как, например, морские работы по перевозке, строительству искусственных островов, это все сделано нашими компаниями. Я бы сказал, что это целый комплекс бизнес-направлений, не только нефть. И вот агросектор стремительно развивается сейчас последний год. Вы знаете, я обнаружил, что вы проводите такие мероприятия, как семинары, где учите и передаете знания по теплицам. Какие вы при этом ставите для себя приоритеты? Это наша активность именно с этим и связана. В мире быстро все развивается, и везде, по всему Казахстану, распространены голландские тепличные технологии. И все, что касается помидоров, огурцов и, конечно же, цветов, все это делается с нашей поддержкой. Я отмечу, что Нидерланды являются вторым после США экспортером продуктов в мире. При этом у нас такое население, как и в Казахстане. Но страна гораздо меньше, в 65 раз. Но для нас вот этот результат, то, что мы вторые, фактически значит, что у нас высокоразвитая, наукоемкая система производства. И есть университеты, которые постоянно выдают новые технологии, те же новые улучшенные семена. И мы все это сейчас представляем в Казахстане. Это означает, что мы увидим вскоре больше бизнесменов из Голландии? Also, there is new technology developed by Philips company. Конечно, и не только в этом секторе. Вот компания Philips, которая занимается городским освещением в вашей стране, также развивает проект автономной теплицы.
которую можно будет разместить в центре города, и для ее обслуживания не потребуется персонал. Ну, теперь я должен сказать несколько слов нашим телезрителям по поводу селедки. Да, несколько слов о селедке. Селедка замечательная. Я люблю селедку, конечно, как традиционную закуску, которая на нашем столе собирается. Вот здесь, что самое удивительное, вкус, что называется, не подчеркнутый маринадом, и очень по-особенному она играет во рту, и совершенно непередаваемое ощущение вот с этой уникальной бутылочкой вина. Это просто прекрасно. How willing Dutch business eager to work here? Насколько охотно голландский бизнес стремится работать здесь? Что, на ваш взгляд, является препятствием для более тесных бизнес-контактов? The Netherlands earns 2/3 of its national income. Нидерланды получают 2/3 своего дохода и даже больше именно от международной торговли и инвестиций. У нас очень открытая экономика, и наши бизнесмены предпочитают работать по всему миру. У инвесторов всегда есть выбор, где осуществить вложения, они ищут прибыль. И в этом отношении скажу, что не напрасно голландские бизнесмены любят приезжать в Казахстан, работать здесь. Но препятствия все же есть, они преодолеваются, как и везде. Одно из них – это изменение законодательства в сфере охраны окружающей среды, что иногда используется, думаю, чтобы влиять на бизнес, а не защищать природу. Второе – это коррупция, что, конечно, справедливо для всех постсоветских республик. Третье – таможенная администрация. Но с новым законом, который вступает в силу с января этого года, облегчается визовый режим, так что частично она будет решена. И четвертое – так называемое локальное содержание, когда часть персонала должна быть из Казахстана, хотя когда, например, нужен эксперт, то его трудно найти здесь. И вот это правило должно меняться, потому что Казахстан вступил в ВТО, и это требование должно быть адаптировано с требованиями организации. Но мы ведь хотим улучшить уровень знаний своего персонала. Да, понимаю. Скажу, что много сделано уже в этом направлении для подготовки управленцев среднего звена. Вот, например, мы помогаем университету в Актау, то же самое и в Алматы. И вот даже по теплицам я отмечу, что мы не только их устанавливаем, продаем, но и также готовим персонал. Вообще у Казахстана амбициозные цели, большие планы. Много реформ проведено и будет проводиться. И существенно здесь то, что все обязательства, которые взяла на себя страна, должны быть реализованы. То есть с бумаги в реальную жизнь. И здесь мы готовы помочь, потому что видим ваши цели стать государством с открытой и транспарентной подотчетной системой. И здесь это не только важно с точки зрения прав человека, но и существенно для тех же наших инвесторов, чтобы они приходили. Если вы сравните с другими странами... Да, вот с Россией, например, если сравнить ваши инвесторы... Какой сейчас выбор делают, когда решают вопрос, где работать, в России или в Казахстане? У нас, конечно, очень серьезно развитые связи с Россией, но вы знаете, здесь ведь санкции, и вот именно в этот момент возможности работы с Казахстаном многообещающие. Ну а если с другой стороны посмотреть, есть ли что-то, какой-либо опыт в той или иной сфере, который может быть интересен Голландии? Very interest for your country. What I always wondered is Russia. Ну, что меня удивляло всегда, коней поставляет в Европу Россия, но ведь именно у вас, так скажем, страна кочевников. И сейчас самое время заняться поставками казахских лошадей. Но я еще такого не видел, правда. You mean meat? Мясо имеете в виду? Нет, не мясо, а именно сыкунов. Хотя я скажу, что мы едим конское мясо, но, конечно, не так много. Horse meat, but not that much. Could you give me an example? Вы не могли бы привести пример самого последнего контракта, который был подписан? Кроме нефтяного и агросектора, нас интересует транспортный сектор, трубопроводы, мосты, ну и наш громадный опыт в сфере управления водными ресурсами. Также, думаю, найдет свое применение. Мы ведь буквально защищаемся от наступающей воды, вы же знаете. И вот совсем недавно был подписан контракт с Казахстан Гарыш Сапара в части использования космических данных для формирования природоохранной политики в Астане. То есть, как должен расти город, как при этом все планировать. Одним словом, наша голландская компания, они эксперты в этом.
И какие здесь инвестиции? Это пилотный проект. Речь идет о полумиллионных вложениях в евро. Результаты будут уже на Экспо, и после этого проект будет коммерческим. Эти спутниковые данные, кроме городского планирования, могут использоваться и в агросекторе. То есть это новое поле для сотрудничества для нас. Вы говорите о новых технологиях, Экспо. Вот какие у вас здесь планы? Тема чрезвычайно интересная. Наш павильон будет компактным. Компактная страна, неограниченная энергия. Потому что у нас маленькая все-таки страна. Знаете, все и все связано с друг с другом. И в этом отношении нам есть что показать, как решать вот эти все актуальные проблемы. Одна из них – загрязнение, вызванное традиционными источниками энергии. Вы, конечно, двигаетесь тут вперед, но еще надо немало сделать. Если взять сейчас наши взаимоотношения, последний вопрос. Я задаю, какими они будут через 5 лет? Ну, во-первых, как я говорил, Казахстану надо реализовать все обязательства, которые были подтверждены. И пока они в каком-то смысле еще на бумаге. Если этого не сделать, инвесторы могут и уйти. Чтобы их удержать и привлечь новых, вам надо это сделать. И намерение, мне кажется, есть. Если это произойдет, с учетом того, что вам надо провести диверсификацию экономики, сделать экономику менее зависимой от нефти, вам нужна высокая продуктивность в иных секторах. Присутствие Голландии будет выраженным. То есть, как сейчас, логистика, теплицы. И вот в течение 5 лет на будущее, а это довольно небольшой период, мы будем поддерживать и строить новые связи, которые принесут выгоду обеим сторонам. Пожалуйста. Дорогие друзья, у нас интервью закончилось. Мы с господином послом, с мистером Копом ели прекрасную селедку, ну и, конечно, голландский сыр. Я вас благодарю за внимание. Встретимся на следующей неделе. До свидания. Thank you very much. Как будет по-голландски? How would say in your language? Спасибо большое. Thank you very much. Dank u wel. Dank u wel? Dank u wel. Dank u wel. Alsjeblieft.